мы зачищаем подвал, знаешь как? Не спрашиваем, кто там. Когда нас кидаем, не по похуй вообще. У нас отряд называется... Серьезно? Отряд самоубийц, блядь. Отряд головорезов, блядь, похуй вообще. Там мужики рассказывали, ну, вот тоже отряд есть один. Бабу, ебать. Поймали, нахуй. Язык отрезали, и нахуй, что-то ничего не рассказывали, чпокнули, блядь, и ёбнули потом. И тут творю, блядь, вообще. Ебашу всех, мне похуй вообще. Гражданский, не гражданский. Я знаю. Уши режу, блядь. Похуй вообще. Я могу просто взять нож, ебать, уши отрезать, ебать, мне для пизды вообще, блядь. Макс! Ну, мне похуй вообще. Даже в России, если это будет, блядь. Слышишь? У нас в прокуратуре столько заявлений об изнасиловании. Просто. В плане? По какой территории? В Белгороде? Не, в Алуйке, Уразово, в Еделевка. Серьезно? Да, там такой я тебе сейчас скажу, послушай. Никаких бровей, ничего, ну, не ногтей, ебать. Сиди дома. Дом работа. В темное время никуда не уходи. Че? А? Почему? Ну как почему? Ну, ты сейчас мне это сказала. А, об этом, типа? Что у нас нету в городе вообще солдат. Похуй, они по гражданке могут ходить. Откуда ты знаешь? Я тебе говорю, в темное время да. Не это, слышишь, мама же говорит, там и Владивосток приехал к ним, понял? Ага. Это Ханты-Мансийск, Хакасия, да, я тебе говорила, да? Да. Блин, в общем, мама говорит, я еду, на машины понакупили, типа такие ездят, понял, на наших машинах. И говорит, мама говорит, я еду, остановился возле двух 12-летних, ну, уговаривает их кататься. Мама говорит, я остановилась, думаю, что он будет делать дальше, типа, ну, они ушли, девочки, типа. Да, а в это видели, короче, девка познакомилась с военным. Это, он ее позвал погулять, они, ну, она думала, они вдвоем, а они заходят, а их там 15 человек, прикинь. И чисто ебали, что ли? Да. Нет, блин, Саш, рассказывали о войне. Тут вчера тебе писать начал то, что, блядь, америкосы вчера спалили наши опять 4 Боинга, нахуй, приволокли куда-то, блядь, подкреплением оружия, ебать его в рот, блядь. Нихуя себе, америкосы этим хохлам, да? Да, там Америка, короче, все, вся Россия, ой, весь мир нахуй, все туда хуярит, понял, блядь, подкреплением, блядь. Нихуя, все против России, да, блядь? Да, да, тут уже, короче, делюга такая уже, блядь, пиздец, нахуй. Вот Кент ездил туда, только приехал, блядь, пиздец, говорит, братан, пиздец, блядь. Ну Молодец, да, говорит, долбоёбы едут, говорит, я вообще в ахуе, он говорит, блядь, доехали туда, говорит, ебать, они, блядь, без броников, без нихуя пошли в магазин пива покупать, ёбаный свет. Он говорит, вы чё, ебанутый, я, говорит, очередь приебал, говорит, вы чё, говорит, ебанутый, куда вы вообще знаете, куда едете, говорит, хоть, блядь. Ну да. Чё ты, друг, как дела? Да ничего, пойдёт, блядь, заебало всё, блядь, короче. Сказали, блядь, замены нахуй не будет никакой, блядь. Никто, блядь, нахуй нас не хочет ехать, менять, там, все отказываются сюда ехать. Вы сюда именно на Украину или, блядь, именно к вам туда? Ну, на Украину. Короче, вот. Это уже командование выступало, да? Ну да, там, блядь, приезжают, агитируют, там, блядь, какими только, нахуй, ебать, способами, нахуй. Младшие классы пишут вам письма, там, блядь. Вот если вы уедете, кто-то останется, блядь. Там пугают, что, блядь, характеристику испортят в личном деле, если уволятся. Ну, блядь. Еще, блядь, ни одного это не остановило. Ну, то есть можно уехать? Можно, можно, ага, вроде там. Что думаешь? Да что думаю, блядь, наверное, сейчас досижу, блядь, вот 3 месяца как стукнет, нахуй. Надо как-то выбираться, блядь. Буду искать что-то на гражданке, блядь. Не сошелся же мир на армии, правильно? Понимаешь, в чем прикол? Тут же были ну, мы, если типа долгенько не берем, на комдива 2-3 уголовки сейчас висит, его сажают. И все, смысл в том, что долгенько, еще 3 недели назад же доложили, что мы его взяли. Угу. А мы вон за него воюем. А, блядь, где эти стратеги ебаные, командование, министры сраные?